Троих спортсменок в Дагестане приняли за мужчин в платьях и сняли видео. На кадрах видны три девушки, сидящие за столиком в ресторане и делающие заказ. Видео вызвало негодование у жителей Дагестана, которые приняли спортсменок за мужчин в платьях. Позже все же выяснилось, что так называемые мужчины на самом деле были женщинами. Девушки оказались спортсменками, приехавшими в город на соревнования. Оператор, снявший видео, на следующий день принес свои извинения. Вчера вот в ресторане «Падишах», когда мы вместе с семьей здесь были, рядом с нами сели девушки, как бы, спортивного телосложения. При этом, как бы, мной было снято видео и фото этих девушек, и, как бы, я, не знаю, по глупости, может, отправил ее другу, и этот друг, как бы, дальше ее переслал, и хотелось бы сказать, что это видео не снимал только я, и фото, и эти официантки этого ресторана не имеют отношения к этому видео. Хотелось бы, как бы, принести, как бы, извинения ресторану и этим девушкам, которые были в этом заведении.